Любить свою родину, быть уверенным в завтрашнем дне, нести мир и оставить великий след в истории. Такие убеждения всегда были свойственны чеченскому народу. И именно они являются основой для великого будущего Чеченской Республики и Российской Федерации. Сильная, мирная, уверенно смотрящая в будущее Чеченская Республика. Такой мечтал видеть свою родину Ахмад Хаджи Кадыров, великий сын чеченского народа. Его дела вдохновили целое поколение современных чеченцев, и сегодня это вдохновение положило начало строительству здания, которое станет символом новой Чеченской Республики. Символом, который будет напоминать всем нам, как многого можно добиться, имея добрую волю и твердое намерение. Многофункциональный высотный комплекс «Ахмад Тауэр» — символ вдохновения. По воле Всевышнего, все идеи и замыслы Ахмата Хаджи Кадырова воплощаются в жизнь. Было положено начало ряду масштабных строительных проектов. Горнолыжный курорт Ведучи с трассами общей протяженностью 46 километров. Комфортабельными гостиницами и шале в традиционном чеченском стиле. Расположенный на самом большом и глубоком озере Северного Кавказа спортивно-туристический комплекс «Казиной Ам», занимающий территорию более 300 гектаров, спортивно-оздоровительный туристический комплекс «Грозненское море» с уникальным аквапарком, гостиницей и пляжами. Культурный центр «Дом приемов», объединяющий под своей крышей театральные и выставочные залы, зал для приемов и детскую школу искусств. В 2011 году было закончено строительство высотного комплекса «Грозный Сити», который включил жилые дома, пятизвездочную гостиницу и деловой центр. В 2012 году в Гудермесе открылся комплекс «Гудермес Сити». В 2014 году состоялось торжественное открытие комплекса «Аргун Сити». Шали продолжается строительство высотного комплекса «Шали-Сити» и мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова. Многофункциональный высотный комплекс «Ахмад Тауэр» — это уникальный проект на территории Чеченской Республики. Он реализуется при участии самых передовых компаний с большим опытом строительства высотных зданий в мире. Главным идеологом создания данного амбициозного проекта является Рамзан Ахматович Кадыров. Комплекс будет одним из самых высоких не только в Российской Федерации, но и в Европе. На его территории будут расположены фонтан, колесо обозрения, открытый амфитеатр на 2000 мест, аллея звезд, пешеходная набережная, а также скульптурная композиция «Парк девяти Тукхумов» как символ исторического единства чеченского народа. Строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмад Тауэр» станет символом, олицетворяющим связь времен, символом, соединяющим в себе уважение к традициям прошлого и твердый, уверенный взгляд в будущее. Самым заметным девелоперским проектом Чеченской Республики станет многофункциональный высотный комплекс «Ахмад Тауэр». Работая над его внешним видом, архитекторы американской компании Adrian Smith Plus Gordon Gill Architecture использовали национальную тематику и следовали канонам древней чеченской архитектуры. Комплекс будет расположен в центральной части Грозного, в непосредственной близости от мечети «Сердце Чечни». Здание высотой 435 метров расположится на площади 18 гектаров и будет насчитывать 102 надземных этажа и подземный паркинг на 1100 машиномест. Проект сыграет важнейшую роль в развитии Чеченской Республики, повысит инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность региона. В башне «Ахмад Тауэр» будет размещена одна из самых высоких в Европе смотровых площадок, с которой будет открываться величественный вид на Грозный и его окрестности. В комплексе будут расположены современные офисы класса А, в которых разместятся компании-лидеры различных отраслей экономики, пятизвездочная гостиница и сервис-апартаменты с уникальными дизайнерскими решениями, управлять которыми будет международный гостиничный оператор «The Address Hotel».
Hotels and Resorts из Объединенных Арабских Эмиратов. В многофункциональном высотном комплексе Ахмад Тауэр также разместятся банкетные залы, конгресс-холлы, лобби, фитнес-центр, спа-комплекс, а также рестораны различных кухонь мира. В верхней части башни будет располагаться музейно-выставочный комплекс имени Ахмата Хаджи Кадырова. Особое место в развитии городской инфраструктуры займет торгово-развлекательный центр «Грозный молл», который станет крупнейшим на юге России. Это первый, не имеющий аналогов проект в Чеченской Республике, сочетающий инновационные архитектурные решения и многофункциональную инфраструктуру. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл» будет соединен с многофункциональным высотным комплексом «Ахмад Тауэр», пешеходным мостом галереи с ресторанами, кафе и выставочной экспозицией с фотографиями и историей строительства объектов. На площади 125 тысяч квадратных метров будут размещены магазины ведущих мировых брендов, супермаркет, многозальный IMAX кинотеатр, аттракционы для детей, рестораны и кафе. Для удобства посетителей в торговом комплексе предусмотрена подземная парковка. Торговые галереи центра «Грозный молл» станут домом для ведущих люксовых брендов мира. Некоторые бренды будут представлены на территории республики впервые. Благодаря транспортной доступности, современным архитектурным и интерьерным решениям, а также своей многофункциональности, торгово-развлекательный комплекс «Грозный молл» несомненно станет популярным среди жителей и гостей Чеченской Республики. Здесь будет сосредоточено огромное количество возможностей как для разнообразного шопинга, так и для досуга. От спокойного семейного до динамичного молодежного. Используя передовой международный опыт, многофункциональный высотный комплекс «Ахмад Тауэр» даст новый импульс для развития Чеченской Республики и строительства объектов мирового уровня в России. Туризм, шопинг, бизнес и развлечения. Добро пожаловать в будущее, где объединяются традиции и современные технологии, где мечты становятся реальностью. Ахмад Тауэр и Грозный молл.